Я как роса спевает сегодня. А что это чудо успевает? Сегодня Международный день захисту детей. Усіх вітаю з цим днем. Всім желаю добра і радості. Беріть своїх дітей від всякої околізації, від всякої ложної інформації, від всякої зависимости мобильных телефонов, игрушек. Старайтесь дать детям больше тепла, больше общения. Именно от общения вашего идет тепло. Не отстраняйтесь от своих детей мобильными телефонами, какими-то гаджетами. А старайтесь наоборот проявить к ним человечность. То есть свою любовь. Тепло матери и отца к ребенку больше идет от вашего прямого непосредственного общения с ними. Игра, разговоры. Вот это и есть то, что им больше дает уважение к вам, прививает тепло, любовь вашу вместо гаджетов, телефонов и различных, так сказать, глупых мультиков, глупых фильмов и так далее. Берегите своих детей от всякого зла, от всякой нечисти. Желаю вашим детям добра, любви, мира и благополучия в жизни.